Всем огромный привет, дорогие друзья! Сейчас я приготовлю маринованный лук, и он будет не только вкусный, но и красивый. Он отлично подойдет для приготовления салатов, и, конечно же, он буквально на расхват к шашлыкам или люля-кебаб. Нарезая лук кольцами, старайтесь, чтобы он получался у вас примерно одной толщины. Заливаю нарезанный лук холодной водичкой. Именно холодной водой. Я никогда не обдаю кипятком, чтобы лук оставался хрустящим. И отставляю его в сторонку примерно на 3 минуты. За это время мы подготовим маринад. Для маринада мне необходимо 2 столовых ложки сахара, чайная ложка соли, 50 мл винного уксуса и 4 столовых ложки масла. И сверху добавлю примерно 100 мл воды. Теперь нужно все хорошо размешать. Сахар и соль растворились. Все, маринад готов. Лук постоял, горечь ушла. Водичку я слил, можно продолжать. Перекладываем лук в банку. Беру одну луковичку. И вот так ее распределяю в банке. И перекладываю свежей свеклой. И половина приготовленного маринада выливаю сюда. Все это закрываем. Беру оставшийся маринад и высыпаю в него 1,5 чайных ложки куркумы. О, какая красивая. Все это дело надо теперь хорошенько перемешать, чтобы она полностью разошлась в маринаде, чтобы не осталось комочков. Теперь мне необходима еще одна баночка. Также перекладываю в нее одну луковицу и заливаю оставшимся маринадом. Осталось немного взболтнуть и убрать в холодильник примерно на час. И для белого маринада берем все практически то же самое. Чайная ложка соли. 2 чайных ложки сахара. Заливаем это водой, примерно 70 мл. Все хорошо размешаем. Теперь добавлю уксус. Но в отличие от предыдущих, обычный белый 9% уксус. И 1,5 столовых ложки растительного масла. И последний штрих, немножко зелени. Теперь накрою его пленкой. И отправлю к первым двум в холодильник. Вот такой нарядный лук у меня получился. Процесс приготовления несложный, а результат вы видите сами. Желтый и красный лук я специально не положил зелень, чтобы было видно, насколько они красивые. Подавайте его к шашлычку или другим мясным блюдам. Или используйте идею с ярким маринованным луком в приготовлении салатов. Если рецепт понравился, поставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями и подпишитесь на канал. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!